Доброго времени суток, уважаемые ульяновцы! Декабрь в полном разгаре, а это значит, что наступила череда предновогодних корпоративов и вечеринок. Мы прибыли на новогодний бал между нами девочками. И тема этой вечеринки – колесо женственности. Подробности в нашем видео. Как всегда повезло. Давайте проговорим, 3-4. Как всегда повезло. Это была репетиция. Добрый вечер, очаровательные, прекрасные, успешные. Собрались в этом зале, потому что всегда повезло! Прекрасно! Добрый вечер! И сегодня я счастлива вас видеть, счастлива, что меня пригласили, потому что для меня тема эмоций, тема энергии очень важна. Знаете, что сейчас мир борется за энергию, уже не за деньги, потому что когда есть энергия, то тогда есть и деньги, есть мужчина, есть успех. Согласны? Какое у вас на данный момент настроение? Настроение каково, когда я спрошу, то ваша задача показать рукой. Вот если оно, так скажем, вот это 0, 10, 20, 30, 50, да, и здесь 100. Так, настроение каково? О! Еще раз, 3-4. Настроение каково? От вас пару слов, а что для вас такое женственность? Давайте определимся, Галин. Что такое женственность для тебя? Ну, для меня женственность – это такая девушка, должна быть очень милая, как бы семейная, чтобы ценила семейные качества, ухаживала за собой и за своей семьей. Богинь, это дорогого стоит цвета, я тебя люблю. Я вышла рассказать, посмеяться, поулыбаться на тему личного бренда в бизнесе и личной жизни. Ну, в бизнесе понятно. Более-менее, да, и Света много сегодня говорила, и каждый из спикеров, и Алена очень неправильно коснулась этой темы, как мы себя подаем в социуме с точки зрения самопрезентации с партнерами, с коллегами и так далее. Но при чем же здесь личная жизнь, может быть, подумает кто-то, а вот она при чем. Я недавно, месяца еще не прошло, как третий раз вышла замуж. Ура! Спасибо за аплодисменты, я тоже очень довольна, я не могу про это не рассказать, потому что для девушки самопрезентация очень важна не только вот между нами, девочками, так скажем, но и с точки зрения взаимодействия с сильной половиной человечества. Так или иначе, мы все с вами женщины. Смотрите на людей, которые вокруг вас. Посмотрите, насколько красивые люди нас окружают, в каком мы сегодня месте. Прекрасного бала между нами, девочками. У нас в городе редко очень проходят такие масштабные мероприятия. Сегодня собрали очень много красавиц. Расскажите, что вас вдохновило на это? Ну, наверное, меня вдохновляют сами женщины, сами девушки прекрасные. Мне хотелось собрать, здесь присутствовали в качестве спикеров несколько, я не знаю, таких академий, муза. И мне хотелось все это собрать воедино для того, чтобы наполнить энергии в весь зал, и для того, чтобы наполнилась каждая девушка, получила ту самую неповторимую, необыкновенную энергию, зарядилась и уже пошла вдохновлять своих мужчин. Потому что цель сообщества вообще это для того, чтобы женщина приходила сюда на данное мероприятие, здесь оставляла, наверное, свой негатив, все домашние заботы, которые есть, и уже более вдохновленная
пошла в мир творить чудеса, и, естественно, возвращалась такая окрыленная уже к своему мужчине. Вот, наверное, вот эта вот задача у меня, самое главное, уже год стоит перед сообществом. А как найти ваше сообщество, если кто-то заинтересуется, нас посмотрит, возможно, захочет присоединиться? Ага. Наше сообщество можно найти и ВКонтакте, и в Инстаграме. ВКонтакте мы записаны между нами девочками, а в Инстаграме между нами, нижнее подчеркивание, girls. Ну, а также, я думаю, что можно найти на странице у тебя, есть ссылка, пост на данное мероприятие, и мы всех рады будем видеть на нашей страничке в Инстаграме. И в скором времени появится очень интересное, наверное, мероприятие, которое нас ожидает в январе, в феврале, потому что мы подготовили интересные фотосессии, ну и много-много других интересных мероприятий. Бал между нами девочками стал ярким событием для нашего города и собрал на одной площадке более 100 красавиц. Но как нам пообещали организаторы, уже в начале будущего года нас ждет еще много чудесных моментов. Следите за новостями.